Чудесный день сегодня. Чудесный день. Впервые за многие, за несколько дней солнце выглянуло, голубое небо. Ах, какое небо голубое. Вынесли разбоя. Так, о, амин подарочек. Ладно. Еще книжку надо почитать. Я первый сегодня пришел. Страбрамская. Да. А зачем ты снимаешь? Просто так. Все цветочки мои сняли. Которые? Которые? Да, вижу. Где там? Ладно.
Исаакиевский. Совершенно не хочется. Хороший ракурс. Солнце, оно так красиво все это дело высвечивает. Прикрытие, перекрытие. Ну что, красиво здесь будем. Давай держимся. На стадионе кто-то с кем-то играет. Ну ладно, не важно.
Пошли. Вот типа золотая осень. Это странные барельефы, которые очень хорошо. Какие-то греческие темы. С единорогами. Геракл льва собирает, даже все. Это вообще что-то непонятное. Ага. Кто-то женщина с вебдами. В общем, ясно, что ничего не ясно. Опаньки. Это наверху совсем недавно стоял Аполлон. С чем-то, с дубинкой какой-то. Куда-то Аполлона заныкали. Ладно. Заныкали. Будем надеяться, что не навсегда. Вообще ремонт сделали, молодца. Так. Лошадка выгуливается. Как раньше еще пони выгуливали. Чуть-чуть сейчас нету. В общем, тут все. Надо же, это дерево, оно совершенно зеленое. Будто это почти голое. Да. Что там? Давайте снимем. Кто-то крылатый. С какими-то непонятными. О, я не знал, что тут всего навалом. Открыли, что-то там написано. Давайте-ка прочитаем. Скульптура. Интересно. Какой смысл этой надписи? Скульптура. Типа для самых плохо соображающих. Что-то не скульптура, а не уже не знаю чего. С чем ее можно спутать. Ладно. Фокусируется почему-то не всяческим собором, ну ладно. Львы. Так. Этому льву нижнюю челюсть оторвали. Не знаю,
гостиницы. Листья полетели. Такое дело хорошее. Да, хорошо бы фонтанчик были действовать. Продуманный такой. Древо. Сейчас купил основную выставку. Круто. Теоретически можно было бы на нее зайти. Вход там стоит недорого.
конце двора. Ну вот.
А там выше наша пора. Сейчас мы для нас подъем, но еще это абсолютно. А там не до тех пор, пока я могу сюда прийти и поделиться. Да, удобная участка. Ностальгия не мучилась. Абсолютно. Мучить не мучить, мучить не мучить, и свои эти два окна вас не стоит. Ну вот, вот так вот. Осень, понимаешь, золотая. Просто нельзя не снять это видение. Называемый мавзолей. Ну, миф, ладно. Вот наш миф. Ну, это матмех. Березки такие. Ладно. Пошли. Так, работаем.
все время ношу с собой. О.